Пришел мне стеклоподъемник на Kia Spectrum. Сайт стеклоподъем РФ. Заказывал у них на водительскую сторону стеклоподъемник 3 года назад. Все нормально, все работает. Сейчас отказал у меня пассажирский. Заказал. Вот пришла посылка. Вот так она упакована. Заказывал я с деком. Пришло за 3 дня. Быстрая доставка. Сейчас откроем упаковку, посмотрим, что там внутри. Вот, вскрыл упаковку. В комплектации у нас сам стеклоподъемник. Так вот он выглядит. Вот это пассажирский передний стеклоподъемник на правую сторону. И в комплекте у нас инструкция, гарантийный талон, вот тут указания. Так вот коробка, как она выглядит. Вот, ну, буду устанавливать. Сейчас установлю и покажу его в работе. Ну вот, я установил новый стеклоподъемник Forward. Вот, все подошло по штатным местам. То есть вот был болт, штатное место. И здесь вот под виброизоляцией 2 места. Устанавливается легко. Вот старый я снял. Даже новый легче устанавливается, потому что он более компактный. Его поставил и все. Нет, то есть вот этих вот тросов, моторчика отдельного. Вот, ну покажу, как он работает. Вот я подключил. Вот он опускает. Вот он поднимает. Работает он быстрее, чем штатный. Все. Установка простая. На сайте она есть. Но в принципе можно и самому разобраться. Ну вот, на этом все.